Всем привет. Как меня слышно? Как оно зрителей, ну, в общем, потихоньку, может быть, кто-то подтянется. У меня болит еще горло, поэтому я буду очень мало и тихо говорить. Снова буду показывать сейчас демонстрацию экрана. Down. Down. Так, вот, друзья. Матч Эрбеки Энс против Мелани Халяйн определяется тут. Уже очень-очень мощный матч. Определяет, кто выйдет в полуфинал. Либо Ребекка, либо Мелани. Я, конечно, болею за Мелани. Сейчас посмотрим, кто как будет вспоминать словечки. Обе запоминают два слова на локацию. Ну, у Мелани приблизительно там в районе 40 результат. Слов. Слабее даже, чем у меня. Один зритель кто-то есть все-таки у нас здесь. Напишите, напишитесь, кто вы. Вот еще ближе, наверное, можно будет смотреть. У нас определяется здесь, кто пройдет. 1,5 очка у Ребекки, 2,5 у Мелани. Халяйн. Я очень надеюсь, в скором времени у меня получится взять у нее интервью. Ну, вот сейчас буду вспоминать. Так. Вот, поехали вспоминать. Посмотрим. Это еще не полуфинал, это матчи. Соответственно, если сейчас Мел не выиграет, я практически уверен, что она выиграет, то она пойдет на Саймон Рейнхарда. Вот у нас две уже пары: Кристин Шеффер и Йоханнес Малоун. Полуфинал. Сегодня Мелани Халяйн сейчас выйдет. Будет сильный полуфинал 2. Я думаю, что финал будет Малоу и Рейнхард. Нас кто-то смотрит, нет? Вот, значит, подключился Илья, походу. Еще раз говорю, у меня еще не вызрело горло. В общем, я говорю тихо и, в общем, мало. И буду отходить, горло полоскать, наверное, еще. Тоже здесь перерывы будут по-любому. В общем, у Мелани уже 23 очка. Она нафигачила слов. Ребекка 16, но я думаю, здесь уже все уже решено, я думаю, практически. Практически все решено. Мелани выходит, значит, в полуфинал, я думаю, скорее всего. Хотя что-то подзависло. Подзависло? Нет, вроде идет. Идет. Нет, это точно уже. Точно. Уже точняк. Это точняк, уже 35 слов у Мелани Хюляйн, это, конечно, 36, но неплохо идет, то есть молодец, молодец. Верная победа. Я, кстати, даже не знаю, кто такая Ребекка Эрнст. Впервые я ее увидел.
Ну, я здесь много кого не знаю. И было не очень много человек, на самом деле. А на этом чемпионате участвовал, то есть было вот группы, значит, сколько у нас? Три группы по 4 человека, 12 человек всего. 12 человек. Кстати, Илья, если смотришь, да, обрати внимание, конечно, феноменально все сделано, да? Спокойно смотреть в реальном времени, да, тут даже еще и сразу есть этот таймер там. Таймер в том смысле, что вот тут идет, сколько у нее очков прям в реальном времени, конечно, комменты в реальном времени. То есть великолепно. И, соответственно, здесь вот все сразу выстраивается, а кто там полуфиналист, кто куда пошел. Саймон Рейнхардт, пожалуйста, ждет там. Ждет победителя. Вот кликаешь сюда, здесь сразу все матчи, да, кто там с кем играет. Вот все, по ходу, закончился матч, да. Соответственно, 3,5 у них хозяин. Вот. Но, я так понял, будет, да, сейчас еще один матч. А, значит, они еще один матч проведут. Хотя непонятно, зачем, уже, наверное, все вроде бы. Должна была не выходить. Нет, правильно, введенный ответ она, конечно, не видит. Нет, не видит, конечно. Мы видим, потом уже она видит, правильно она ввела или нет. А мы можем наблюдать, правильно ли она ввела в реальном времени. Пожалуйста, Клей Найт. Да. Комментирует. Я немножко прокомментил. Согласен. Так, что здесь значит? Ну вот еще будет, видимо, матч один. Сейчас посмотрим. Пока непонятно. А вот я, кстати, здесь. Вот пока покажу свои перформансы. Вот мой лучший результат в картах 31-69. Если вы видите здесь. 1-69. В картинках 12-98. 30 картинок. В именах 27 имен за 60 за минуту. 8 цифр за 17-84. И 50 слов за 46 секунд. Единственный раз я это сделал. Больше никогда такого не писал, даже близко. Даже близко. Очень, очень приятный сайт, очень здоровский, очень интересно, конечно, сделал. Ну, молодцы ребята, не спорят, спора никакого вообще. Ноль спора просто. Вот, можно посмотреть лидерборд, соответственно, вот, например, где Егор Дубровин, здесь на 11 месяце. Я здесь. На первом, как всегда, Алекс Мюллен. Что тут думать, да? Та самая Мелани на 9-м. Лэнсон давно что-то не тренируется, давно не участвует на 14-м. Яня, Борис Конрад. Бен Придмор на 13-м плетется. Так, ну что у нас, значит, получается здесь? Смотрим дальше. А, это здесь у нас есть. Смотрим, смотрим, смотрим. Этот. Нет, пока что-то матчей нет, но смотрим. Сейчас должно уже все быть, наверное. Final, вот что. А, ну все, все. То есть, вот, Мелани Хелен, Сэм Рейнхардмана будет биться, все уже определилось. То есть, у нас, ну, что я и предполагал, в принципе, думать долго не надо. Кристиан Шейфер. Давно его не вижу, в смысле, тренирующимся, давно что-то. Я с ним никогда там не тренировался. Ну, всегда было вроде классное внимание. Йоханнес Малоу. Здесь я ставлю, конечно, на Малоу. Здесь я ставлю все-таки на Рейнхарда, хотя болею за Мелани, наверное. Последний раз я Рейнхарду 5-0 просто в трубу проиграл. Ну и будет, короче, финал Малоу-Саймон Рейнхард. Мощный финал. Пипец просто. Финал феноменальный. Одно удовольствие, наверное, наблюдать будет. И Мелани Хюлайн против Кристина Шефера за 3-е место. Тут фиг его знает. Кстати, здесь может быть и ответ. Непонятно.
Я согласен, фальсификации там могут быть. На самом деле там еще больше проблем с фальсификацией. Там можно в реальном времени смотреть. То есть, если, конечно, не на чемпионате, а дома в реальном времени подсмотреть. Человек может наблюдать, как зрители сообщают правильные ответы, иначе не совсем. Согласен, согласен, но это абсолютно верно, такое может быть. Правильный ответ сообщать, и когда мы тренируемся. Но это, я думаю, будет постепенно как-то там меняться. Но, по крайней мере, вот с теми ребятами, с которыми я тренируюсь, там, это даже думать не стоит, что там кто-то... Ну, это уже себя не уважать, там, фальсифицировать, что-то так далее. Хотя, по-честному сказать, если ты дома вот так тренируешься, что тут думать, и камеру поставил, ты на любом сайте я могу так считать, то есть вообще проблем нет. Ну, а на, конечно, когда они сейчас на чемпионате, нет, наверное, там такого нет, у них наушники там все это проверяется. А если дома, да, спокойно можно фальсифицировать вообще без проблем, но это просто себя не уважать там, это как бы, ну, не, да, этого не стоит. Не знаю, когда финал, фиг его знает, даже не знаю, когда этот, сейчас вот посмотрю, что тут здесь у нас. Когда финал, я фиг знает, даже без понятия, когда будет вот полуфинал. То есть сейчас-то полуфинал еще пока скоро. Но это точно будет сегодня, я думаю, скоро. Так, сейчас на время остановлю я трансляцию, там кое-куда двину. Надо будет посмотреть в Фейсбуке, там тут что-то вроде пишут, пишут вроде. Я снова здесь. В общем, пишут вроде, что скоро начнется. Скоро, 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 скоро. Всем привет. В общем, такая тема. Да, офлайн, конечно, там все офлайн, офлайн, в каком смысле? Случить такую возможность, как фальсификация. Ну, как бы сказать, фальсификация. То есть, если ты занимаешься, соответственно, этим, как сказать, на сайте ты тренируешься, там на сайте из дома, то там может быть фальсификация. В любом случае, ты на камеру просто снял все эти цифры, которые тебе показали, да и все, тут думать не надо. То есть я не понял, вот где именно все честно в офлайне, то есть вопрос, то есть здесь непонятно в офлайне. Где смысл? Честно. То есть просто даже вот такая элементарная может быть фальсификация. И все. А там, да, там на этом сайте прям можно, условно говоря, открывать другую вкладку, где все смотрят за твоим матчем и видеть, какие ты там сделал ошибки. То есть это можно. Но это еще раз то же самое, если кто захочет зафальсифицировать камеру, снял, да и все, тебя никто не видит, дома ты сидишь там, думать не надо. Везде можно. То есть так, как совершить. Must Так, все, Илья, спасибо. Здесь ты, как его, запись фиганул. Да, скоро ожидается трансляция модная.
Бака вроде нет. Так. Так, ладно, сейчас еще о сайте расскажу, тогда подключу. Экранчик. Так. Такс. А вот, значит, что мы тут о сайте можем еще сказать? Это главная страница. Здесь можно, соответственно, смотреть вот этот recent achievements. Это недавние достижения там. Это людей, у которых уровень еще не десятка, кто на какой уровень перешел. Вот этот блок, это, соответственно, recent matches. Это, соответственно, недавние матчи. Тут каждый матч можно посмотреть. Вот, например, Франк грубо бился с Саймоном Рейнхардом. В картинках. И так далее. Вот как они там бились, да? Вот здесь вот этот блок current match, то есть какие сейчас матчи у нас идут. А здесь вот слева это у нас новости. Новости. Апдейты, то есть какие-то обновления сайтов. Тренировка. Значит, это тренировка. 5 дисциплин, карты, картинки, имена, слова, цифры. В картах, например, твои предпочтения. Стиль карт. Арабский, английский, немецкий. Направление. Можно туда в обратку, чтобы они там шли как-то. Не знаю, почему это. Видимо, с обратной, в обратку. Колоду как-то и так далее. Группировать карты 2 или 3 и так далее. Как будет идти... recall, то есть вот вспоминания, какие будут масти слева, какие справа, мои любимые, это вот черви, буби, треф и пики. И recall deck values, оно это типа с двойки по туз идет, вот, ну, направление как бы. Вот, например, картинки здесь даже нельзя преференции выбрать, здесь только вот. Имена здесь можно, что есть, в предпочтениях. А, ну какие имена? То есть вот японские, то есть китайские, английские. Конечно, у меня английские стоят. Если выбирать из японских, из китайских. Цифры. Здесь, ну, группировка. То есть у меня 3-3-3. Вот такая группировка. И слова. Во-первых, какой язык? Языков, кстати, много уже, прикольно. У меня русский. И группировка по 2. Далее, compete. Это состязание. С кем ты будешь состязать? Можно рандомно выбрать человека, у которого в 10, а здесь там. Выбрать случайно человека. Хочешь friendly матч, то есть дружеский матч, либо матч, который влияет на рейтинг. И выбираешь ивент какой. Либо специального человека, то есть берешь там Саймона Рейнхарда, вызываешь. И оп, здесь. Может,
Да, прикалывается сейчас вызвать Йоханнеса Малого или Саймона Рейна, когда они будут полуфинал биться там. Жестко. Ну, конечно, лучше не шутить с этим. А лидерборд – это, соответственно, все в картах, кто сильнее, в картинках, кто сильнее, в неймсах, в намберсах. Вот в намберсах я, наверное, на 11-м вот месте, в вордсах я вот аж на 8-м. Перформанс уже показывал, и чемпионшипс – это вот какие чемпионы. И чемпионат делил сейчас. You must find a way. Что у нас там в группах? Но вот никто еще нифига не лайкнул. Ссылку на трансляцию Егора Дубровина. 24 просмотра. Ну, все отдыхают, сегодня воскресенье. Гордий Остапович запомнил здесь. 50 кадров за 27 секунд мощно. Ладно, сейчас буду немножко так, пока чуть-чуть отключаться. Сейчас, как только начнется битва, думаю, отключу. Ну, не буду трансляцию, конечно, выключать, просто выключу камеру и выключу микрофон. Сейчас, оказывается, узнал, что там пока идет офлайновый сюрприз, то есть ивент сюрприз, то есть это как бы не из этих 5-10 дисциплин, что-то, какая-то сюрпризная дисциплина. Это вот так вот бывает. Оп-оп-оп, начинается, там что-то видно, не видно. Опа, сейчас поедем. Значит, Шефер с малого карты. Погнали, короче. Ой, мы видим, и Шефер, и малого используют двух, соответственно, там, с тем из двух карт, да? Мало быстро гонит, так неплохо. Неплохо, в смысле, там 3-4 секунды, это нормально. Ложка вон, Челси.
Клан, свинья. Из моих тут образов, которые Кристиан Шефер смотрел, значит, двухкартовый там этим. Ладно, пока эти тут бьются, в общем, здесь нужно этот смотреть, как его звать-то. Там бьются еще и этот Рейнхард. Рейнхард с Мелани Халяин в цифрах. Что здесь? Все забываю, не могу посмотреть, как смотрите, как здесь очень close, когда выражается англичане, там очень все близко. 24.06 Мелани и 24.40 Саймон Рейнхард, это что-то с чем-то, друзья. Вот это битва, вот это интереснее здесь. Здесь интереснее. Я практически уверен, что Мелани добьет все. Не знаю, мне так кажется. У нее более такая система простая, по 4 она там 2 складывает. А Рейнхард... То ли надо по 3, надо по 4. Смотри, что Рейнхард творит. Он все сложил. Конкретный мужик. Отдохнул, походу, хорошо. Все сложил. Так, что здесь? Малоу. Малоу двигается, двигается. Но здесь я думаю, все-таки Малоу сложит. Здесь сложит все. Так, что, смотрим? Смотрит? Меня-то кто смотрит? Нет? Сегодня. Мелани Хюлянь здесь просто разрывает. Не знаю, ждем. Ох ты, что-то застрял немножко. Наша Мелани застрял. Не помнит образ, застрял. Тяжело. Тяжело на таких скоростях. Рейнхард красава. Болею за Мелани, конечно, но Рейнхард силен, силен, друзья мои. Очень сильно. Малоу тут двигается, я думаю, с Малоу переживать тут не стоит. В принципе, он, наверное, выигрывает. Так, двигается, что там, Мелани? Ах ты, пошла что-то неправильно там делать. Непросто. Непросто. Очень непросто, Саймон Рейнхард. 24-40. Классный результат. Неплохой. Неплохой. Неплохой результат. Думает, минут 33 осталось там что-то. Мало, но здесь, я думаю, мало решит. Хотя, что-то он, блин, да я карты никак не может найти, но время еще есть решить еще вопрос, я думаю, на этот. Как бы быстро кто ни сделал, главное запомнить все карты. Например, если один делает там за 30 секунд на 51 карту, 50 карт, а другой за всю минуту, но все 52 карты, то выигрывает тот, кто делает 52 карты. Скорость не имеет значения здесь. Так, что там, Мелани? Опа! Эх ты, Мелани, чуть-чуть что-то попутала немножко. Жалко, жалко. Но я думаю, да, здесь Саймон Рейнхард впереди, но ничего, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Чемпионом Memory League тяжело состязаться. Саймон Рейнхард, напомню, двукратный чемпион. Extreme Memory, сейчас это называется Memory League. Ох ты, задумалась, задумалась. Но она понимает, что здесь что-то здесь не то, но... Никуда не денешься. Мелани, никуда не денешься. Чё Малоу натворила? А, слушай, нет. Опса, вы видали, что Малоу? Красава. Красава. Ох ты, ёб твою нахер. Прошу прощения, что творит? Ахаха, что творит? Малоу. Конец. Ну все, друзья, проиграл. Йоханнес Малоу. Проиграл. И Мелани Холлайн проиграла. Фух, два моих любимчика и вылетают. Жестко, жестко, жестко. Жестко, друзья мои. Но ничего не поделаешь. Да, вот так вот бывает. Вот так бывает. Вот, опс, не понял, что два уже пишут. Почему два-то? 2-0, они что, уже сыграли какой-то? А что, мы пропустили один матч, друзьяшки? Ах ты, мы... Нет. Не пропустили. Странно, почему уже 2-0 пишется? А, вот только раз матч, мы у них уже Ребекка. А почему-то здесь какая-то ошибочка. Почему 2-0? Почему 2? Посмотрим.
Бред какой-то. А, сюрпризная дисциплина же была, друзья мои, сюрпризная дисциплина, в которой мы с вами просмотрели, но она была офлайновая. Сюрпризная дисциплина. Извините меня, здесь извините меня, друзья, здесь я смотрю, тут приличные результаты у всех. То есть, зацените. Кристен Шефер уже 2-0 просто малого дергается. Саймон Рейнхард уже 2-0 дергает Мелани. Блин, 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 конечно, друзья мои. Я просто в шокернике сейчас нахожусь. Сейчас что, получается, Шефер с Саймоном Рейнхардом будут, что ли, делать финал? На Unreal, что-то нереальное здесь будет. Просто что-то с чем-то. Ну ладно, ждем матчей. Меня вообще слышно, нет? Я вообще здесь, нет? Вроде должно быть, меня слышно там все дела. Отпишитесь хотя бы там. Слышно, нет? Видно, нет? Смотрит еще два человека. Ждем следующих матчей. Numbers, Cards. Сейчас кто знает, там что сейчас будет. У них оба поехали. Cards, Саймон Рейнхард, Мелани Холяйн. Смотрим. И Кристиан Шефер Малоу, Images. Смотрим, Саймон Рейнхард, Мелани Холяйн, карты. Кстати, не знаю, Мелани Холяйн, наверное, пауза запоминает сейчас, вот интересно посмотреть. Картинки там не очень интересны. Опса, опа, Мелани по две, вот это да. Не знал, не знал, не знал. Скрывает что-то от меня, мы же общаемся с ней. Вроде она говорила, что-то она, у нее ПО там или что-то еще. Что-то у нее какая-то там сложная система. Точно немецкий использует. Вон как Рейнхард валит, ему все по барабану. Рукав и стул. 25 камушки. Вам двигается так пока. Не так быстро. Так, что там? Close time. Ух ты, да, неплохо. Действительно, очень мало за 22 и Шефер за 23. Это интересно. Здесь, конечно, опять за мало были. Здесь, ну, здесь с Саймоном Рейнхардом думать, я думаю, не стоит. Я думаю, здесь вообще смысла нету. Ну вот сейчас поедем смотреть за Малоу. За Малоу. Чего он здесь Кристиан Шефером картинки? Будет постепенно двигать. А я здесь уверен, Саймон Рейнхард, 25 секунд, это его нормальная скорость. Ничего здесь страшного нет. Ничего здесь вообще такого интересного нету. Смотрите, валит спокойненько, спокойно чешет себе за 25 секунд колоду карт. Ну, это ничего страшного здесь нет, я еще раз говорю, сейчас скоростя огромные, сейчас, значит, 13, около 13, около 14 секунд сейчас мировой рекорд. Ну, короче, думать не надо, короче, опять он, этот немец все решил уже за всех. Вот здесь интересно, Борис Конрад вот смотрит, пишет, exciting, вот видите здесь, да? Да-да-да-да-да, интересно. Борис Коннор, кстати, не принимает участие, он тоже немец, но не принимает что-то в этот раз в участие. Да. 12 уже. Так, опса, ну, все, здесь думать не надо, видите, Саймон Рейнхард уже все решил. Скорость гораздо быстрее. Короче, 3-0 уже Саймон Рейнхард идет. Так, тут здесь меня, да, здравствуйте. Привет, здорово. Всем привет, да. Привет, привет. Я так креплю у меня, потому что горло еще. Но извиняюсь, говорю тихо. Так, Йоханнес Малоу, здесь 16 уже картинок, поехал. Картинки такая вещь, очень скользкая, очень-очень-очень скользкая вещь. Легко перепутать порядок картинок. Ой, красава. Ну все,
Малого молодца. 30 картинок. А кто сейчас знает, сейчас бывает такое, раз сейчас подумает, подумает и переставит. Вот такой может быть. И ошибется. А как он в картах переставлял, переставлял и ошибся. Ну, пока Малоу здесь молодцом. Скорость быстрее, чем у Шефера у него. А здесь еще у нас в экзамен. Не могу подвинуть, что ли. Да, вон Саймон Ортон пишет, что кажется, что Саймон Рейнхард уже в финале. Ну, так и есть, походу, да. Он уже в финале, видимо. Ну, Мелани тоже молодца. 56, пускай нормально. 56 секунд, все 52 карты. Но скорость не та. Ну, тут что тягаться, смысла нет особо. Рейнхардом здесь тягаться в картах, особенно это нонсенс. Нонсенс, друзья мои. Ну все, я вижу здесь, скорее всего, Йоханнес выигрывает у Шефера. Скорее всего, да. Не слишком сильную скорость, 22-23, это такая, принципе, скорость-то не очень сильная, но тем не менее, конечно, там нервы так далее. Это, конечно, нужно. Быстро еще не сделаешь. Ну, скорость обычная. Не сильная. Да. Здесь, в общем, все. Можно заканчивать. Тут Йоханнес Малоу выигрывает. Молодец. Молодец. Какие, значит, 2-1. Все шансы еще есть. Есть у Малого шансы оказаться в финале. Да, абсолютно. Что здесь у нас показывается? Итак, полуфинал. Кристиан Шефер 2-1. 3-0. Ну, да, скорее всего. Скорее всего, для Мелани уже закончился этот турнир, хотя матч за третье место это тоже неплохо. Матч за третье. Для женщин отдельный чемпионат пишет. Там показывают такой уровень, я тебе скажу, женщины здесь. Ну, например, у Мелани Холлен, у нее действительно, например, те же. Ух ты, все, финалист. Аба, финалист уже Саймон Рейнхард. Все, прощай, Мелани, ты была молодец. Ты была молодец. А Саймон Рейнхард в финале. Нет, она показывает суперские результаты и знает только двузначную систему от 0-0 до 99. Она показывает в цифрах феноменальные вещи, около 16 секунд на 8 цифр. Да, в первой пятерке мировых результатов. Картинка, ну, сильная-сильная спортсменка. Я думаю, скоро она сейчас в процессе там изучения более сильных систем. Скоро она всем покажет. Ну и тут для женщин тоже вот пишут кто-то, да, для женщин там. А Кэти Кермод, вы вспомните, лучшая сейчас в мире, по словам и именам и лицам. Кэти Кермод из Англии. Нет, вот как раз для многих мужиков нужно отдельный чемпионат проводить. Как увеличить скорость? Как увеличить скорость? Спрашивает. Может быть, трансляции, как скорость увеличить? Вот на этот нажимаете здесь. На шестеренку. И там скорость. Кстати, да, трансляция записывается как бы в этом. Она вся записывается, ее можно отмотать назад, там посмотреть. Если скорость запоминания, просто тренировки потихоньку-потихоньку увеличивать. Постепенно. В общем, у нас определился один финалист. Уже у нас определился с вами Саймон Рейнхард. Никто и не сомневался, в принципе, что он будет в финале. Кстати, лучшие результаты. Вот, например, в картах пока лидирует. А, вот, видим, пока еще не записали. Вот, 25. Так что сделал Саймон Рейнхард? Да, не обновилась эта еще штучка. Ну ладно. Что, Words началось. Слова. Вот это интересно. Слова Кристиан Шефер и Йоханнес Малоу. Поехали, друзьяшки.
Ух ты, ёп, нахер. По пятерке Кристин Шефер фигачит. Я так пробовал. Я очень хочу, чтобы у меня так получалось, но это супер сложно. Че ничего не двигается? Что-то... Какой-то глюк, что ли? Нет. Что-то, походу, глюкануло у ребят или у меня, но и там, и в этой вкладке ничего нет. Match cancel, да, матч отменен, что-то какой-то бред, короче, случился. Ну, ладно, будем ждать другого. Что-то какой-то бред. Матч отменился. Картинки запоминаю, три картинки на локацию. Как получается? То есть пытаюсь придумать на локации историю из трех картинок. Такая моя техника. Многие делают две картинки, но я люблю экономить свои опорные образы. Три картинки. Три картинки на локацию. Очень это тяжело. Постоянно путаются. История. Ну, не постоянно, но может путаться. У нас, конечно, на бешеных скоростях. Например, мой рекорд это 12.98. Кстати, завтра стартует этот последний раунд. Я пока вроде на четвертом месте, что ли, иду. Или на третьем. По картинкам. О, онлайн. Сейчас вот будет раунд. Ну, стараюсь три картинки как-то. Слова, да, на своем родном языке, конечно. Так. Опса, появилась друзьяшка. Наблюдаем, смотрим. Новый заход. По пять, Кристенко. Шефер. По пять. По пять слов запоминать. Моя мечта, но я не могу. Не получается. И рак вываливается пять слов. Я уже некоторые знаю. А вот поехал малого по два, молодец. Класс. Эффект. Не, мой немецкий все-таки слабоват. Ну, под конец этого года я буду брать немецкий за 20 часов. Здесь, конечно, слова могут быть пипец какие сложные. Вот у меня слово мелодия, да, мелодия. Попробуй запомни. Ух ты, неплохо обогнал. Шефер-то обогнал. Начинает вспоминать. Малоу надо выигрывать, тогда будет прикольная схватка, прям такая настоящая, классная. За выход в финал.
Шефер мелодию забыл. Смотрите. Опса, мелодию-то забыл. Я говорю, непросто. Да все. О, видите, как видели, оп, поднялось там что-то, опустилось. Вот так на Memory Man надо, а то, блин, 11 минут вспоминал я эти карты. Все там спокойно поднимается, опускается все строчки. Так надо делать. А получается, ты раз не вписал слово ошибки, потом вспомнил. Я не знаю, на чемпионате мира, может, тоже там нельзя. Там ошибешь сразу, все, конец. Переписывать придется. Но это надо узнавать. Надо узнавать. Здесь. Ставьте ставку. Кристиан Шефер, вот это вот слово мелодия. Вспомнит мелодия? Я думаю, что это мелодия. Или не вспомнит. Смотрите, Малол тоже не вспомнил. Вот так вот, друзьяшки. Меншин, он не вспомнил человек. Гонит, гонит. Приятно наблюдать, конечно. Особенно было приятно, когда в прошлом году мы с Андреем Сафроном наблюдали там онлайн трансляцию Extreme Memory. Это было мощно. В Америке. Полночи сидели, смотрели. Не вспомнит, кстати, пишет. Конечно, не вспомнит. Но он молодцом. Слушай, он рубит, кстати, я что-то так задумался. Он рубит нифига себе, ёшкин-матрёшкин, он уже 37. Нормально рубит. Нормально, неплохо. Неплохо. Малого 41. Ну, малого тот и малого. Ну, как бы... Ну, короче, сложная эта вещь. Эти слова реально сложные. У меня однажды получилось 50 слов запомнить за 46 секунд. Но ни разу я больше этого не повторил. Это очень сложно. Реально просто конец. Вот. Ну, издеваются, в общем, это издевательство просто, эти слова, все вот это вот, это все очень сильное издевательство. Ну, просто я удивляюсь, иногда вот Малоу, я раньше его обыгрывал, сейчас он рубит, я его не могу обыграть. Не просто, от слов многое зависит. Оба, поехал, Кристиан Шефер. Классно, да, сделано, опа, перекатился, вот теперь это выше стоит в таком цвете, а этот красный. Ну, короче, продумано все, до мелочей, реально, ребятки, постараются. 44, да нифига, нормально, он, я вам скажу, едет. Едет неплохо, е-мое, 45. И Мэншн вспомнил. Ну, он едет нормально. Слушай, ёшкин-матрешкин, он... Да, вот это матч серьезный. Но Мелоди не вспомнил. Малого салат перепутал. Каким словом он? Аттентеттер. Ну все, ребятки, Кристиан Шефер здесь впереди. Охренеть, 177 к рейтингу. Да, неплохо, неплохо рубанул, конечно. Очень мощно в натуре. Реально мощно. 46 слов за 55 – это неплохо, серьезно. Это не то, чтобы круто, но это неплохо. Это неплохо. Ну что, этот, как его... Походу, короче... Кристиан Шеффер-то все-таки проходит вперед, друзьяшки. Я что-то в шоке, реально. А может и нет, кстати. Вероятно, до трех побед. То есть, чтобы разница была в трех победах. А сейчас будет 3-1, как бы. 3-1. И разница не в трех победах. Оба, может быть такая. Вот если вот так будет, будет прикольно. А если вот 4-1, то разница как бы в трех победах, то будет... Согласен, сложно закодировать в образ, но надо представить что-то там. Это... Нет, в образ легко закодировать. Представить, кто-то играет на гитаре. Вот потом вспомнишь, что это именно мелодия. И вообще просто, ну, просто не проехали, да и все, быстренько прогнали. Думаешь, что мелодия типа легкое слово. Фигня полная. На самом деле нет. Нормально, в общем, сыграли, ребятки. Неплохо. Уровень достойный. Так, ну вот ждем. Я надеюсь, что будет еще матч, что будет матч, значит, Шейфера
Еще пипец, просто он откуда взялся? Ну, в смысле, я знаю, кто такой Кристиан Шейфер, всегда мне он очень нравился, но он давно что-то не тренируется на этом сайте. Ну, может быть, он тренируется, может, он специально просто не участвует в состязаниях, не участвует ни в каких турнирах, в которых я участвую, например, онлайн. Там пипец, просто он вырвал 46 дал слов. Откуда такой? Ну, походу, так, тоже хитрый. Хитрый там занимается, а ничего на турнирах не участвует. Малого-то постоянно светится. Молодец, конечно. Шеф-рейтинг, скажу. Ну, не знаю. Я что-то не могу все равно понять. Вот тут вот просто издевательство. Как он мог Малого здесь вот? Ну, вот эти две карты, вот он ошибся, и все. Вот это тебе дало. Вот тебе дал результат. Тут он должен его был обыгрывать спокойно. А сейчас вынужден он страдать из-за этого. Ой, ну это чисто так, ребята здесь. Просто, короче, ребята здесь тренируются, вот и все. Это же на одном сайте, вот всем том же, все тренируется. Сейчас посмотрим. О, нет, все, конец. Финал будет Кристин Шеффер, Саймон Рейнхардт. Все, Малоу, до свидания. До свидания. А на третьем месте Малоу и Хюлей. Ну, тоже классный, классный матч. Классный матч. Реально. Четко, в натуре четко. То есть сейчас просто надо двинуть, надо посмотреть, когда это вообще все будет. Потому что я, может, опять через полчаса, может, мне пойду суп поем до этого, не знаю. Или горло прополощу, значит. Я даже не знаю еще, когда будет. Но я надеюсь, они что-то отдыхали уже долго. Хорош уже отдыхать, там 5 матчей сыграть, уже устали, что ли? Тоже непонятно. Сейчас буду финал бить. Думать не надо здесь, надо просто играть. Финал будет разрывной. Кристиан Шеффер. Ну, тут думать, в принципе, ребятки, тоже не надо. Саймон Рейн отыгрывает. Жалко, жалко. Малоу должен был выходить. Там как бы такая вот, как сказать, была бы больше бы интрига. Больше интрига была бы. А вот здесь интересно. Хьюлянь и Малоу. Здесь интересно, они это... Они, как его сказать, бьются неплохо. Мне кажется, будет интересненько. Давай, да, на Саймона финале. Да я тоже думаю, что он выиграет. Касатов пошел диплом делать, походу. Такс. Будем смотреть. Сейчас на мгновение отрублю я эти камеру, точнее, и камеру, и звук. И чуть-чуть позже вернусь. Сейчас посмотрю, что в Фейсбуке пишут, когда будет матч.
Короче, ребятки, 40 минут сейчас будет моднейший перерыв. Ланч брейк. И, в общем, мы тоже все идем покушать. Нормальненько там. Ёчка дерябнуть. И потом возвращаемся. Ну, я как бы здесь трансляция не останавливается. Я просто сам выхожу. Отсюда имеется в виду, там выключаю камеру, там все дела. Вот. Начинается, и я вам больше скажу. Уже что-то очень серьезное начинается. Привет, привет. Походу начинается. Так, значит, что у нас здесь? Сейчас покажу кое-какую тему вам. Опа, поехали. Саймон Рейнхард против... Чё-то, почему сразу? Ну вот сразу, ну ладно. Кристиан Шеффер и Саймон Рейнхард. А значит, у нас с вами карты. Карты. Вот это разрыв. Сразу и третий матч за третье место на финал пошел. Все, поехали. Рейнхард погнал, как всегда. Угу. Ну, нормально. За 27 Рейнхард сделал здесь у нас. Так, что там малого цифры. Опа, Мелани. Чего за 14 секунд сделал Йоханнес Малоу? Да, человек пошел в разнос. Круто. Мелани повторяет, но я думаю, точно она скоро закончит. И все. Круто, здесь 14.74, обратите внимание. Так, началось, я пишу здесь, началось, все, поехали. А никто не смотрит, а все началось уже. Итак, значит, Саймон Рейнхард здесь у нас за 27 колоду карт. Посмотрим, сможет он сделать или не сможет. Сможет он что-то тут придумать или не сможет ничего придумать. Ну, здесь я в Мел не уверен, она целую минуту запоминала. Здесь для нее вопросов 0-0 вообще будет. Ну, кстати, уже была сюрпризная дисциплина. Малоу ведет 1-0, а тут Кристиан Шеффер, представляете, ведет 1-0. Вот сейчас интересно, сейчас Рейнхард будет отыгрываться. Файн, да. Финал. Наконец. Ну что здесь, Рейнхард 27. Тут думать не стоит. Рейнхард сравнивает счет 1-1. Смотрите, как быстро. Ну, для него еще такой 27-8. Это какой-то результат достаточно простой. Ну, все, вопросов тут нет. Тут Саймон Рейнхард выигрывает. Что у нас здесь? Ну, здесь Мелани Халяй. Надо обыгрывать соответственно. Вот. Сейчас я на время отключу экранчик. Так. Сейчас тут пока все заканчивается. Так, мы сейчас зайдем в группы, здесь добавим. Все проспали, ни хрена никто не смотрит. Ни хера никому ничего не надо, друзья мои. Так, двигаем снова. Сейчас показываю экран. А вот он, экран. Итак, что у нас здесь? Ну, здесь вы видите, Малоу, смотрите, что творит. Тут у нас 77, ох ты, один образ забыл, 115, это губная помада. У меня это губная помада. Что он творит? Да ладно, нет, смотри, что делает. Ладненько.
Внимательно наблюдаем вот за этим числом. Все перебирает мужик. Да, то есть, ну, Мэл, здесь вопрос в ноль, но смотрите, что он сейчас делает малого, если он, ну, сейчас вспомнит 115. 14.74, феноменальный результат, просто что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Как он это все перебирает, не могу понять, зачем. Перебирает все просто. Абсолютно все. Что здесь у нас? Ну все. Здесь Саймон Рейнхард победил, здесь Дубинага. Кристиан тоже молодец, все запомнил. Здесь у нас остается всего лишь 31 секунда. Да, вот как раз. Ну что, соответственно, у него был правильный, цифры пишут здесь. Сейчас у него неправильный, у малого. Я не думаю, что он вспомнит реально. Вот Сэм Нортон тоже согласен, что вряд ли вспомнит. Все, Мелани здесь выигрывает. Ах, жаль, Малоу. Но более интересно, друзья мои, более интересно. 1-1, это интересно. То есть сейчас у нас с вами... сейчас с вами у нас такая тематика. Меня вообще слышно, нет? Я надеюсь, слышно. Микрофон у меня не отключен. Значит, какая тематика у нас? 1-1 Кристиан Шефер, Саймон Редхарт и 1-1 Йохан Смолу против Мелани Холлин. Класс, класс. То, чего нужно. То, что нужно. Жалко, что все в один момент. Ну, ладно. Так тоже интересно и быстрее зато. Отлично, отлично. Начинает смотреть, ребятки. 1-1 финал, вот такой интересный. Ну, на кого ставите, тоже можете написать. Я думаю, все-таки. А кто его знает? Потому что сейчас цифры прошли, Йоханнес проиграл. Сейчас, извините меня, будут словечки, Йоханнес выиграет. Пускай он выиграет. Далее, что он там выиграет? Карты. Да. Ну, в общем, скорее всего, он победит. А тут Саймон Рейнхард, конечно. Я думаю, здесь приблизительно будет так. Ну, смотрим. А вот сейчас мы даже узнаем, что сейчас. Опа, вот сейчас будут имиджесы, то есть картинки. Еще будут картинки в матче за первое место. В матче за третье будут у нас карты. Ну, карты, конечно, Малоу выиграет. А в картинках вот опа. Что смотрим? Смотрим Малоу, Мелани, карты. Карты смотрели. Будем смотреть Саймон Рейнхард Images. Вот это более интересно. Картинки давно не смотрели. Поехали. Рэд, впереди пока. Картинки вообще новые, таких не встречал давно, красивые. Не такие сложные, кстати. Ну, есть немножко. Ух ты, Шефер тот, ё-моё. Ну, давай, Рейдхард, повторяй. Вот, повторяй, молодец. Давай внимательный будь. Шефер, молодец, 22-22. Есть шанс, есть большой шанс. Сейчас он выигрывает, и все, и нормиком будет. Че у нас там? Филянь. Опа, 35,5.
35-05. Ну, здесь никаких шансов у Мел нет. Я думаю, за 35 Шмалов все вспомнит досконально, я в нем уверен. Поэтому здесь, наверное, шансов, к сожалению, у Мела не у нас нету. О, что-то Рейнхард там творишь, 3 секунды у тебя. Ну все, вот здесь будем наблюдать. Вот здесь интересно сейчас. Неужели Шефер выбьется вперед? Это будет круто. Круто будет. Шефер там, ё-моё. Молодец, он такой собрался. Собрался. Да, сейчас будет интересно наблюдать. Что Рейнхард-то все забьет, этот вопрос в ноль? Это не факт. Бывает так, что наоборот. Чем дольше ты запоминаешь, тем хуже. Бывает так. А чем быстрее, раз-раз-раз, на остаточных каких-то там пятях выигрываешь. Начинаешь больше сомневаться, когда дольше запоминаешь. Больше. Опа, видишь, уже начал сомневаться. Пропустил одну. Одну вот картинку Саймон Рейнхард. Опа, вот этого шляпа там. Паренька. Шефер. Ну, я надеюсь. Шефер сделает. Малов. Что-то такое думает. Что тут Халян сделает, скорее всего. Не, еще поедет. Поедет вопрос. Еще поедет. Вспомнил все-таки Рейнхард абсолютно все. Что-то Малоу здесь немножечко у нас затупивает. Тупить немного. Но это он не тупит, это он сейчас все там легко сделает. Это нормально. Подвинуть там чуть-чуть карты, это нормально. К сожалению, такого на Memory Man сделать нельзя, раз и подвинул. Халянин здесь все нормально. За нее не переживаем. Все она тут делает адекватненько. Вот и все, Йоханнес подвинул. Все нормально. Красава. Да, классный матч. Скорее всего, здесь Йоханнес будет у нас уже. Оно 2-1 будет. Ну, и будет там шанс. У всех будет шанс. Пару этом закончил. Отлично. Ну, здесь Йоханнес молодец. Выигрывает. Что у нас там? А, да-да-да-да, ошибочка у Кристина Шефера. Ну, я думаю, он может, да можно. Я тут болею за Шефера, блин, круто будет. Нормально, он пьет Саймона там. Вперед Саймона сейчас рубанет. Вот никак не может исправить ошибочку вот это вот Кристиан Шефер. Вот здесь вот это вот дрозда. Что-то птица такая. Ну, птицы, они могут путаться. Вот он дрозд здесь. А вот они здесь. Опа! С этим дроздом он не спутал. Вот с этим цветочком. Посмотрим. Все может быть. Все может быть. Но, скорее всего, это проигрыш. Скорее всего, Рейнхард все-таки вперед немножечко уходит. И будет у нас 2-1. Пользу Саймона Рейнхарда. А Саймона Рейнхарда нельзя давать. Бежать вперед. Убежать не догонишь. Ну все. Все. Значит, пока Саймон впереди. Сейчас я отлучусь прям буквально на секундочку. Надеюсь, здесь пока не успею.
Так, я снова здесь, пока ничего не началось. Ждем. Че, кто с нами-то? Пишем там, кто с нами. Давайте, откликнитесь. Что думаете, кто выиграет? Так, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Вот сейчас имиджесы будут, значит, картинки у, значит, Малоу с Мелани. Это я тут ставлю, я ставлю все-таки на Мелани. Она должна здесь все-таки выиграть. Так, и что у нас еще с этим? Значит, какие у нас будут на финальном? Ой, сейчас слова. Ну, сейчас, кстати, насладитесь. А, нет, мы же сами смотрели слова. Посмотрим имиджи с картинки. Но здесь, значит, Саймон Рейнхард, скорее всего, 99% обыгрывает. В словах это я точно уверен. Вот нереально его просто обыграть в словах сейчас пока нереально. Оба! Посмотрим картинки пока. И вот. Смотрим. Сейчас погонят. Опа, Мелани быстренько-быстренько бежит. Нет, что-то не ровно. Малого. Ты что, Мелани, творишь? Давай быстрее. Малого вообще решает здесь, конечно. Ну, здесь думать не стоит, да, думать не стоит. Все, Малого, 18. А здесь опять по 5, Кристин Шефер. Что творит? Опа, что там? Кристиан Шефер по 5 фигачит слов. О, даже Саймон Рейнхард на одну секунду быстрее. А здесь что, Мелани? Ух ты, уверенная. Не пошла дольше до 23. Уверен, ну, как бы нечего терять уже, что там, да? Ну, хотя, что нечего терять? Сейчас 2-2 может быть спокойно. 2-2 может быть вообще спокойно. Ну, я думаю, Малоу здесь ошибется. У меня такое чувство. Ошибется. Мелани здесь выиграет. А здесь? Ну, Сэм поехал. Просто поехал в натуре. Здесь нет шансов, я думаю, Шефера, хотя Шефер в прошлый раз, да, мы видели, как он там, с кем он. С Малоу он показал, что он крут в словах. Реально. Показал, что тебя классно. Поэтому я думаю, что кто его знает? Шефер. Ну, смотрите, как классно идет Рейн. Что творит, а? Классно идет молодцом. Я думаю, нет шансов здесь у Шефера. Что-то он даже когда запоминал, что-то сбивался там часто. Опа, здесь вот интересненько. Малоу. Ах, Мелани что-то слабенько идет. Зря. Непонятно, почему она 23 закончила. Целая минута была, не знаю. Непонятно. Что-то перенервничала, походу. Целая минута там запоминать зачем надо. Смотри, Малоу не ошибся. Пипец просто. Ну, короче, здесь все. Давай, до свидания, да, там, короче, Йоханнес Малоу, третье место. Все. 48, ё-моё, тут Саймон Рейнхард, 48 слов. 1049 даст. А здесь вот, может быть, два разных слова. Пеклих
Бекелей. Это, наверное, скорее всего, просто грамматическая ошибка. Поэтому, наверное. Ну, здесь вот. Опа, вот он исправил эту грамматическую ошибку. 49 слов. Класс. Но он может 50 делать, это нормально абсолютно для него. Ничего здесь страшного нет. Офигеть. Все, здесь тоже получается, давай до свидания. Но я думаю, финал будет идти все-таки не до 3 побед. Ну, в смысле, там надо, наверное, еще будет все-таки матча 3-1 не закончится. Хотя, кто его знает. Может быть, все, может быть, и все. Вот вы все увидели теперь, кто его знает. Мелани все-таки закончила. Да, молодец. А ну вот, да, уже Сэм Нортон пишет, что, скорее всего, да, третье место. Ах, Мелани что-то пытается исправить. Ну, в общем, да, видимо, все, наверное, Йоханнес, скорее всего, третье место берет. Мелани молодец. Ну, что я поделаю, быстрее, Йоханнес, быстрее. Здесь думать не надо, 40. Ох ты, нет, значит, вот это слово было. Это два разных слова, оказывается. Ну, ладно. Кристиан Шефер, так себе результат. Так себе. Все, здесь, в общем, Йоханнес Малоу берет третье место по ходу. Здесь Саймон Рейнхард 3-1. Посмотрим сейчас, посмотрим. Что у нас там в финале? Будет все-таки или не будет? У нас с вами. Финал или закончится сейчас, то есть Саймон Рейнхард победил, либо будет сейчас все-таки еще один матч, хотя смысла особо нет, да, 3-2 будет. Наверное, да, скорее всего, все это конец. Хотя вот, надо посмотреть. Наверное, это скорее всего конец. Ну, сейчас мы посмотрим с вами, посмотрим, не будем спешить. Пишите, не будем сильно. По идее, вот здесь должны выделить. Вот это, наверное, выделить человечка, кто выиграл. Наверное. Пока не показано вот здесь ивент, то есть что будет, не знаю, наверное, смысла нет. Хотя было бы интересно, что именно выигрывает тот, у кого как бы на 3 победы больше. Не просто 3 победы, а на 3 победы больше. Потому что вроде на прошлом Extreme Memory было что-то больше матчей там. Гораздо. Сейчас немного подождем. Впрочем, здесь ничего нет такого необычного. Йоханнес, сильный соперник. Третье место. Саймон Рейнхард, первое место. Это нормально. Это абсолютно нормально. Не появляется, пока вот не появляется вот этой вот штучки, что здесь следующее, что здесь будет, что за ивент будет следующий. Пока не появляется. Следующий ивент.
Да, тяжело. Недавно я с Эмоном Рейнхардом тоже бился во всех 5 матчах. 5-0 я ему пролетел. Мог выиграть картинки. Классную скорость показал. Там 12.65, что ли. Немножко ошибся. Остальные там практически даже выиграть нельзя было у него. Не было шансов. Не показывать, не показывать. Так, сейчас я немножко выключу камеру и еще проглянусь-ка, пройдусь-ка в этот. На Facebook, кто его знает, может, там что пишет. Пишите про финал, пишут. Да уж финал-то все, идет финал. Окончилось уже, походу. Сейчас спросил я, значит, это достаточно ли, соответственно, 3-1 для победы-то? Не знаю пока, сейчас посмотрим. Что. Может быть, кстати, есть такой шанс, что у них опять вот идет вот этот вот... Там могут быть два сюрпризных ивента. Это, может быть, идет второй сюрпризный ивент. И все. О, какая-то новая информация. Да, соответственно, короче, видимо, вот здесь вот в словах у Кристина Шефера была какая-то ошибка техническая. Он сейчас будет, видимо, биться сам там, самостоятельно. Будет, чтобы побить рекорд Саймона Рейнхарда. Вряд ли, конечно, у него получится. Вот. Так, сейчас, секунду. Но для, все-таки для победы нужно 4 выигрыша. Надо 4-1, например, закончить. Вот если 4 там будет. Победа, то, скорее всего, да. Поэтому пока еще ничего не закончено, друзья. Еще ничего не закончено. Да будет все определяться. Играется до 4 побед. Интересно, интересно. И плюс еще ошибка была у Кристиана Шефера, поэтому он может там что-то сейчас переигрывать, как-то будет. Что-то в этом роде. Вот так вот. Вот так вот. То есть, вот здесь вот была ошибочка. Но мы не смотрим, не сможем вот посмотреть. Саймон Ортон пишет. Но он там присутствует, говорит, вот сейчас будет и подсмотрит за ним, за Кристианом Шифером. И, соответственно, даст нам знать.
Поэтому ничего не закончено. Типа, ну, до 4 побед, вот тоже не факт, я не понимаю. А за матч за третье место тоже до 4 побед, не за 4, это непонятно. Потому что здесь даже, ну, может, сейчас эта техническая ошибка там решается, и, может быть, будет все-таки еще матчи. Я очень на это надеюсь, что они, соответственно, будут у нас. Вот, ну, тут, скорее всего, сейчас вот, сейчас, если будет там матч следующий, а что там может быть? Картинки были, слова были, карты были. А что осталось у нас? Цифры. Саймон Рейнхард, я думаю, выиграет Шефера в цифрах. Думаю, нет, не стоит ничего. И значит, Саймон Рейнхард станет первым. А вот здесь вот можно еще чем побороться немножко. Юхан Смолов, вот у него были слова еще. Ну, слова тоже, наверное, выигрывает. В общем, друзья, практически нет никакой какой-то сильной. Здесь сильного. Сильного. Неожиданного какого-то. Неожиданности, наверное, вряд ли. А вот, значит, Шефер переиграл, соответственно, вот вы видите, у него 40, он соответственно, запомнил за 58-84, сделал всего 40, но все равно маловато. Маловато, чтобы побить рекорд Саймона Рейнхарда. Но, значит, продолжение, продолжение идет, это самое интересное. И сейчас мы будем наблюдать, потому что если сейчас Рейнхард выигрывает у Шефера, значит, цифры, то все, конец. А если нет, то дальше идет. До 4 побед. Да, было бы интересно, согласен, если бы у нас на Memory Main была бы такая же тема. Напишите. Напишите, было бы прикольно или нет. Вот так вот следить там было возможно. Соревноваться. Группы также выстраивать. Вот как здесь, например. Вот, допустим, группы. Вот. Три группы, например, вот достаточно нам по 4 человека, и красота. Какой-то группы выходит 2, там с какой-то 3, но это там уже мелочи. Вот красота, раз, одна группа, два группы, три группы. Шикарно. Я думаю, у нас столько наберется людей. 12 человек тоже. Я думаю, наберется. Так, поехали. А, names. Здесь еще хуже, значит, точно Саймон Рейнхард выигрывает. Он очень крут в неймсах. Именах, то есть. Ну, вот сейчас посмотрим. То есть не смотрели никогда, да? Имена с вами. Давайте, поехали. Вот они, Лерой. Попер как. Я думаю, здесь думать не надо, Рейнхард выигрывает. Хотя, кто его знает, я не помню, как Кристиан запоминает эти штуки, что я даже не знаю, как он их запоминает. Ох, Саймон Рейнхард, быстрее. Мелани Халяин, видимо, не играет, поэтому, ну, наверное, все. То есть. Все-таки у нас, да, Мелани в пролете оказалось. Ну вот, смотрим, как вспоминают. Решается, если Рейнхард впереди, все, конец. Вон он. Чуть-чуть еще прибавит немножечко. Уже 8 у Саймона Рейнхарда.
Синдия, Стив, Джим, Михаэль, ну, Пашт как. Вот это вот чисто Дорота, чисто пропустила одну букву. Ах ты, Михаил. Видите, уже 27 исполнил. Я думаю, нет шансов почти. Кристина Шефера. Ну, пытается тоже, молодец. 16 уже хорошо. 17. Рейнхарда 2 осталось. Михаил он спутал. Вот внизу Михаил-то находится, а не Рамон. Минутка тут уже остается немножко. Кристина, нормально, он уже 21 дернул. Неплохо, молодец. Рейнхард здесь уже ошибся. Ага, 27. Чисто теоретически у Шефера есть шанс. Но чисто только теоретически. Все. Саймон Рейнхард выигрывает этот турнир. Мы его поздравляем. Спасибо тем, кто был, кто смотрел. Все, на этом мы заканчиваем потихоньку. Все, 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 все. Саймон Рейнхард, чемпион. А второе место Кристин Шефер. Третье место у нас Йоханн Смоло. Четвертое Мелани Хюлейн. Вот так вот распределились места. Сейчас мы нам должны показать. Вот здесь вот должно высветиться там что-то. Ну, в общем, все, не будет больше ничего, я думаю. Финал был до 4 побед. Смысла уже нет продолжать. Поэтому спасибо, кто смотрел. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до скорых стримов и так далее. Пока.